за последние года полтора, я позволю себе сказать, за время работы госпожи губернатора, у нас три раза увеличился товарооборот между Арменией и областью. А это, если даже показатель не очень великий сам по себе, но динамика достаточно красноречиво говорит о том, что все это возможно значительно улучшить. Есть схожие сферы, где просто напрашивается взаимоотношение на более высоком экономическом уровне. Горнодобывающая промышленность, золото добываете, перерабатываете, и вы, и мы. У нас это достаточно ведущая отрасль. У нас достаточно ведущая в нашей экономике переработка сельскохозяйственной продукции. Мы по всему регионам, по всей России, в Европу поставляем. Наш товар имеет огромный спрос. Я узнал, что у вас начали производить серьезные лекарственные препараты, а у нас развитая медицина. Значит, есть возможность наладить конкретные деловые взаимоотношения, есть. Вот об этом буквально в ближайшие дни будет знать министр здравоохранения Армении.